सिद्धांत सरस्वती विजयते गौरी गोष्ठी पति। वंदे गुरुपद्वंदम भक्तबिंद समन्वितम श्रीचैतन्य प्रभु वंदे नित्यानंद सहोदितम श्री नंद नंदन वंदे राधिका चरणोदयम् गोपीजनो समयुक्तम बिंदावनम मनोहरम वांछाकल्पतरुवश्च कृपा सिन्धुवश्च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं वृन्दावै तुलसीदेवै पियावै केशवस्य कृष्णभक्तिपदे देवी सत्त्वत्वयी नमो नमः। नारायण नमस्कृत नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीर संकीर्तने कृष्ण कथोपदेश गौरीयपत्रस्य प्रकाशने च सदानुरक्त गुरुभक्तियुक्त भक्ति प्रमोदाक्ष जगोद्वरुण धैयम् सदा परिभवन्नम् अभीष्टदोहम् तेथास्पदम् शिव विरिञ्चिनुतम् शरण्यम् भीतात्तिहम् पनुतपाल भवद्दीपूतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् यत्पादपल्लवनखचन्दमनिच्छटाय विस्फुरजितकमपि गभवधू स्वदर्शि पूर्णानुरागर ससागर सारमूर्ति साराधिकामयि कदा कृपां करोषि। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिव सदि गौरभक्तबिंद। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिव सदि गौरभक्तबिंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। आजानुलंबित भुजौ कनका बदातु संकीर्तनय कपितरो कमलायताक्षो विशाम्बरौ द्विजबरौ जुगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। नमामि गंगे तव पाद पंकजं सुरासुरैर्वन्दितो दिव्यरूपं भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुरूपेण सदा नरानं। गंगातरंगरमणीयजटाकलापं गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम नारायण प्रियमनंग मदापहारम वाराणसी पुरपति भज विश्वनाथम वागीशजुष वदने लक्ष्मीर्यश च वक्षसि यस्यास्ते हृदय संवित् त्वं नृसिंहमहं भजे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। संसार सिंधु उत्तरने हृदयंजदीशाद संकीर्तनामृतरसे रमते मनुश्चेत्
Премам будхоу бихарани жоди читта бити чайтанна чанда чаране курутануррагам чайтанна чанда чаране курутануррагам сансару синду уттаране хидаям жоди сад сангиртанам ритарасе рамате манусчит Премам будхоу бихарани жоди читта бити Чайтанна чанда чаране курутануррагам, Чайтанна чанда чаране курутануррагам. Годы Гоштипати Шришила Бхактисиддханта Сарасвати Госвами Такур Прабхупада, Парамахамса Джагадгуру сказал, когда нам удастся привести в гармонию наше сердце и сердце сердцем Бхагавана, мы тогда сможем стать счастливыми поистине. Годи Гоштипати Шришила Бхактисиддханта Сарасвати Госвами Такур Прабхупад Парамахамса Джагадгуру сказал, когда джива приведет, гармонизирует свое сердце с сердцем Бхагавана, она тогда сможет по-настоящему стать счастливой, иначе она никогда не сможет стать счастливой. В Чайтанья Чаритамрите написано «Кришна Бхакта Нишкам Атаев Шанта». Кришна Бхакта Нишкам Атаев Шанта. Бхукти Мукти Сиддиками Шакалия Шанта. Все они обеспокоены. Каким... так или иначе, все обеспокоены чем-то. Внешне вам может показаться, что кто-то, он спокоен, но внутри он обеспокоен. Постоянно накрывают какие-то волны мыслей. Прабхупада говорит, когда мы гармонизируем наше сердце, наше желание, наши ожидания с желанием, ожиданиями и сердцем Бхагавана полностью, на 100%. Только в том случае мы сможем умиротвориться, стать счастливыми. Шрила Прабхупада, он постоянно говорил, что если мир будет полностью разрушен, то есть случится наводнение всемирное, то есть вода будет повсюду. Но если получится спасти Чайтанья Чаритамриту, то есть если в моих руках останется только Чайтанья Чаритамрита, а все остальное будет потеряно. Прабхупада сказал, если у меня будет всего лишь Чайтанья Чаритамрита, то я смогу переплыть через океан пралаи, разрушения. И будьте уверены, что если не потеряно Чайтанья Чаритамрита, то ничего не потеряно. То есть, если останется Чайтанья Чаритамрита, все остальное будет восстановлено. Вы, возможно, думаете, что это какая-то философия, говорит Прабхупада, но Прабхупада, он это имеет в виду, то есть он так и говорит, что если мы сохраним Чайтанья Чаритамриту, то мы сохраним все, потому что Чайтанья Чаритамрита, она не отлична от Шримана Махапрабху. Я могу вам рассказать 1-2 примера. Однажды Прабхупада, он дал наставление Бхакти Вивек Бхарати Госвами Махараджа. Он был старше Прабхупада по годам. И однажды Прабхупада, он наставил Шрилу Бхарати Госвами Махараджа идти проповедовать. То есть там приглашение было получено. И Прабхупада, он дал такое наставление Бхарати Махараджу. Тогда Прабхупада, он вошел в библиотеку во второй половине дня и спросил у севаки, а Бхарати Махарадж уже ушел на проповедь? Бхарати Махарадж уже ушел? Да, он уже ушел. А с какой книгой он ушел? Что он с собой взял?
но он взял Шримад Бхагаватам с собой. Почему? Тема нашей проповеди — это только Чайтанья Чаритамрита. Вы можете обратить на это внимание, если я пишу что-то о Бхагаватам, я это пишу под основываясь на Гаудия Сидданти. То есть, если я даже говорю о чем-то из Бхагаватам, то если вы обратите внимание на то, как я пишу, то вы увидите, что я основываюсь на Гаудия Даршана. Гаудия Даршана означает Гуранга Махапрабху. Гуранга Махапрабху означает Чайтанья Чаритамрита. И, то есть, Прабхупада спросил, а с какой книжкой он отправился на проповедь? С Бхагаватом. А, ну вот я и смотрю, что Чайтанья Чаритамрита на месте, Чайтанья Бхагавата на месте. В общем, Прабхупада, он подчеркивал важность Чайтанья Бхагаваты, Чайтанья Чаритамриты. Потому что это самый простой способ. Другие способы, они очень сложные. Вы можете следовать другим всяким способам, другим процессам, но они сложные. Но если вы будете изучать Чайтанья Чаритамриту под руководством вайшнавов, и если вы, вас удастся поистине пообщаться с Паршадами Махапрабху, то вы очень просто добьетесь своей цели. Это так просто, что вы даже себе представить не можете. Прабхупада, он постоянно подчеркивал важность Чайтанья Чаритамриты и Чайтанья Бхагаваты. Он постоянно говорил, что нам нужно раздать каруну, милость Махапрабху. Нужно постоянно говорить о его татва-сиддханте. Но Сидданта Махапрабху означает Сидданта Бхагаватам. Это одно и то же. Этот каликал, он опасен, очень опасен. Харибаджан в каликал практически невозможен. И я признаю, сам признаю это. В каликал харибаджан практически невозможен. Тем не менее, он возможен. При помощи Нама Санкиртана вы можете добиться успеха. Это самый простой способ. В другие юги, в другие времена вы не можете получить такой возможности. Очень тяжело в те времена. Поэтому Парикшит Махарадж, он не посчитал необходимым убить Кали. Только совершая санкиртан от чистого сердца, не с какими-то другими желаниями или в оскверненном состоянии, то есть только посредством санкиртана мы сможем перебраться через океан материи. И Махапрабху сказал, все, что имеет отношение к садья-татве и к садани-татве, все вы получите при помощи нама-санкиртана. Все в харинаме-санкиртане. И вот почему Махапрабху, он с самого рождения, он проповедовал святые имена, то есть он плакал, и когда только люди начинали воспевать святые имена, он успокаивался. То есть это означает, что Махапрабху, он проповедовал Харинаму Санкиртану, и вот сейчас он тоже отправился в Южную Индию, чтобы раздать нама прему всем и каждому. И вот он это совершил таким массивным образом. Он даже изменил сердца Майявади, последователь Шанкарачари, и он изменил понимание последователей Мадхавачари, потому что в те времена они отклонились и не следовали учениям Мадхавачари. Прям как здесь Сахаджи в Навадвипе, вот вы через речку переплывите и подойдите к ним и скажите, а почему вы не следуете Махапрабху? Они сразу же разозлятся на вас и скажут, мы следуем Махапрабху, это вы не следуете.
И таким же образом Мадхавачарья, он оставил свои учения, но его последователи, они отклонились от них. И с утра я вам уже сказал, постепенно, со временем, оригинальная Сиддханта, ну, то есть изначальная Сиддханта, она каким-то образом видоизменилась. И я вам с утра шлоку эту продиктовал, прочитал. То есть со временем последователи Мадхавачарьи, они отклонились от Сиддханты. И вот здесь на Адыбе тоже Сахаджи, они не следуют Махапрабху, но они выдают себя за последователей Махапрабху. Они говорят, что Гаудия Матх, он не следует Махапрабху, это они ему следуют. И вот они заявляют, что Йогапит наш в Майпуре, это не место рождения Махапрабху на самом деле, оно там где-то в Навадвипе. Точно так же, когда Махапрабху, он был в Урупе, он обратил внимание, как последователи Мадхавачарьи, они очень много всего поменяли в философии Мадхавачарьи. И Махапрабху, он объяснил им, что мукти — это не основная цель преданности. И вот Махапрабху, он им так ответил: вы посмотрели, что я какой-то майявади саньяси, поэтому вы мне говорите какую-то непонятную сиддханту, вы хотите меня обмануть. И таким очень деликатным, сладким образом Махапрабху, он поменял их сердца. И вот мы уже обсудили, как Махапрабху вернулся в Нилачал Дам. Брамананда Бхарати, он был, стал великим преданным. Он сказал, что всю жизнь я совершал баджан, ну не баджан, а практики, посвященные безличностному аспекту Брамы. Но когда, как только я тебя увидел, с того момента я не могу больше думать о совершать поклонение безличностному Брахме. Я теперь не могу забыть твоего лица лотосоподобного. И вот Махапрабху, он прему раздавал всем подряд. Как только люди даже на него смотрели, они меняли свои сердца. Если не было у них оскорблений совершено, как, например, в случае забыла, как зовут, ученик Мадхавендра Пурипад. Рамачандра Пури. И до прихода Говинды Джагадананда Пандит, они служил он Махапрабху вместе с Мукундой. Еще вот другой севака был у Махапрабху. И Джагадананда Пандит, он не мог выносить вот это вот отречение Махапрабху, его аскез. Махапрабху спал на полу, не пользовался там одеялом или еще чем-то. Махапрабху 3 дня в день принимал омовение. Джагадананда, он не мог на это смотреть, не мог с этим примириться. И вот он запланировал. Вот он думал, как исправить ситуацию. Джагадананду Пандита, его отправили в Нилачал, чтобы он проинформировал преданных о том, что Махапрабху вернулся в Нилачал. И из Бенгалы Джагадананда Пандит, он принес аюрведического масла. То есть он его пронес всю дорогу из Майяпура, из Бенгалы до Нилачал Дама. И он его положил там куда-то.
И он планировал наносить это масло на голову Махапрабху время от времени, потому что Махапрабху, он постоянно занят, совершает баджан, иногда у него не получается поспать как положено, поэтому Джагадананда, он принес с собой этого масла, его положил куда-то в одно место, и в определенное время он отдал это масло Говинде, и он сказал: «Держи это масло у себя и время от времени наноси его на голову нашего Прабху, потому что он не может спать как положено». И Говинда, будучи второй сачиматой, он взял это масло, и однажды Говинда сказал Махапрабху, он стал, взмолился, сказал: «Смотри, Джагадананда, он пришел из Бенгалы, и он принес масло аюрведическое. Прабху, ты должен его себе намазать на голову, нанести на голову». В общем, Говинда, он попросил Махапрабху: «Пользуйся им». И Махапрабху разозлился. Он сказал: «Я саньяси, как ты меня можешь просить пользоваться маслом? Саньяси не имеют права пользоваться таким маслом, такими маслами, а ты меня просишь». В то же самое время у него такой аромат прекрасный. Я буду Харинаму повторять и распространять этот аромат повсюду, и люди будут надо мной смеяться, будут думать, что я лицемер какой-то. Саньяси не имеет права пользоваться духами, благовониями, то есть дорогими маслами. И тогда Говинда обратился к Джагадананде и сказал: «Прабху не согласился, он сказал, что он саньяси, и он не может наносить масло себе на тело». И Прабху, когда он встретился с Джагадананде, он сказал: «Смотри, мне очень жаль, ты принес это масло из Бенгалы, ты так сильно старался, но я же саньяси, как я могу им пользоваться? Лучше дай это масло в Джаганат Мандир». В те времена в храмах не было электричества, и даже в наши дни, если вы отправитесь на юг Индии, вы увидите, что в храмах не используют электричество, и комнаты, ну, то есть алтарные, там нет электричества, там используют свечки своего рода и опахивают божества вручную. И Джагадананда, он, то есть Махапрабху сказал: «Отдай в храм, пусть они там пользуются». И Джагадананда, он очень разозлился, но поймите, его гнев, он нематериальный был. Джагадананда не мог смириться со стилем жизни Махапрабху. Он хотел ему там приготовить матрас специальный, но Махапрабху это все не мог принять. И тогда, когда Махапрабху попросил Джагадананду отнести масло в храм, Джагадананда разозлился, и его гнев разгневался, его гнев, он был трансцендентным. И тогда он закричал, сказал: «Кто тебе сказал, что я масло принес из Бенгалы?» И он взял этот горшок с маслом и бросил его на веранду и разбил в дребезги. И Махапрабху подумал: вот я, он хотел мне послужить, а я отказался от его служения, и вот он так разозлился. Вот Джагадана Пандит, он сказал: «Кто тебе сказал, что я тебе масло принес?» И он взял этот горшок с маслом и разбил его на веранде, и все там было в масле залито. И тогда Джагадананда, он зашел в комнату и закрылся там внутри. И 3 дня он не открывал дверь, и он там сидел без воды и без просада. Он просто закрыл дверь. Махапрабху стучал в дверь: «Джагадананда, открой», но не получал никакого ответа. Махапрабху его просил: «Джагадананда, открой, открой дверь». И Джагадананда 3 дня он не пил ни воду, ни ел, и, в общем, плакал, сидел там. Прабху, он не принял моего служения. Смотрите, гнев преданных.
почему он основывается на вот этом, почему Кришна не принимает мое служение, прям как в случае Радарани, почему Кришна не принимает мое служение, почему он куда-то в другое место идет. И вот три дня Джагадананда Пандит, он не открывал дверь, и тогда Мапрабу, он разработал план. Мапрабу, он прекрасно знал сердце Джагадананды. Они с ним игрались с детства, начиная. Они постоянно там дрались, игрались. И Мапрабу, он постучал в дверь и сказал: «Джагадананда, открой дверь, открой дверь. Я хочу принять прасад из твоих рук. Сейчас я пойду на океан принять омовение, а потом я вернусь и хочу принять прасад из твоих рук». И как только Джагадананда это услышал, он сразу же открыл дверь, и он стал звать: «Рамайна, Андай, где вы? Идите сюда. Очень быстренько нам нужно сейчас приготовить прасад, потому что Прабу хочет принять прасад». В общем, Джагадананда и все там, они приготовили прасад. Мапрабу вернулся с океана, прочитал мантры. А Джагадананда, он не говорил с Махапрабу, он просто накладывал ему прасад, и Мапрабу сказал: ты такой разгневанный, и по этой причине все блюда, они такие вкусные сегодня, такие сладкие». И, в общем, Мапрабу, он принял прасад, и также заставил Джагадананду поесть. У него было разбитое сердце. Постарайтесь увидеть разницу между материальным гневом и гневом трансцендентным. Любовный гнев, любовная злоба, она основывается на том, что преданный хочет служить и не имеет возможности. То есть это причина, по которой преданный, он злится. А в материальном мире, как это работает, люди злятся по разным причинам. И в чем разница? В чем разница между материальным гневом и гневом любовным? Вы увидите, что преданные, даже когда они злятся, они не перестают служить. Они, возможно, не будут с ним говорить, но они будут служение совершать. Но в материальном мире, когда кто-то злится, то люди, они полностью разрушают отношения, с кем они ссорятся, ругаются, на кого они злятся. И Джагадананда, он посоветовался с какими-то преданными, и он решил изготовить матрас для Махапрабху. Но это я вам завтра расскажу, это случится попозже, через несколько дней. И позавчера я вам сказал, что Гаудия Баджан — это Рагануга Баджан. Наш Гаудия Баджан — это Рагануга Баджан. Но мы не можем этого понять. Гауранга Махапрабху, он из Галоки, это сам Кришна. А Навадвип Дам, он не отличен от Вриндавана. Не отличен от Галоки и Вриндавана. И все паршады, они приходят в виде преданных, как Санатана Госвами, Рупа Госвами — это Рупа Манджари, Джива Госвами Пат — это Виласа Манджари, наш Рагунадас Госвами Рати Манджари, Шивананда Сен — это Чампакалата Манджари, Кришнадас Кавирадж Госвами — это Кастури Манджари. То есть внешне они мужчины, но внешне они совершают служение Бхагавану. Отношения между Гаурангой Махапрабху и его преданными — это Рагануга отношения, это Рагануга Баджан. И Рагануга Баджан означает, что любовь, она спонтанная.
от сердца и нет никаких личных интересов. Нет никаких, не преследуют никаких личных интересов. Преданные только хотят полного удовлетворения Гуранги. И кто-то однажды задал вопрос Прабхупаде, а кто такие враджаваси? И Прабхупада ответил, те, кто вечно ищут полного удовлетворения Кришны, кто вечно старается удовлетворить Кришну посредством каждой активности, каждой деятельности, даже когда они спят, даже когда они смотрят, ходят, то есть вся их деятельность, она нацелена на то, чтобы удовлетворить Кришну. То есть когда они ложатся спать, это тоже, чтобы удовлетворить Кришну. Потому что если они отдохнут, они смогут совершать снова севу. Таким образом, Прабхупада часто говорил, что вы можете проверить мотивы в Раджаваси. Они беспрерывно пробуют удовлетворить Кришну постоянно. И ничто другое им не интересно. И это возможно только во Вриндаване. И в Навадвип это секретный Вриндаван. Если вы почитаете Чайтанья Бхагавату, Чайтанья Чаритамриту, то вы сойдете с ума. Посмотрите, какими настроениями обладают преданные. Все они хотят удовлетворить Бхагавана, Гурангу Махапрабху. Кто-то из них понимает очень ясным образом, не некоторые, а большинство. То есть все большинство понимают, что Гуранга — это Рада Говинда. Гаудия Баджан — это также Рагануга Баджан. Вчера я вам рассказал, как Парамананда Пури уже добрался до Джаганнат Пури. И он уже проинформировал всех, что Навадвипваси они собираются прибыть в Нилачал-даму. То есть, как правило, все из Навадвипа они отправлялись каждый год на Чатурмасию в Нилачал-дам. И в этом году совпало так совпало, что Махапрабху как раз вернулся в Нилачал-дам незадолго до начала Чатурмаси, поэтому они там все сразу засобирались, и их умы, они уже улетели в Джаганнат-пури. Их умы, они уже улетели в Нилачал-дам на встречу с Махапрабху. И Парамананда Пури он уже прибыл в Нилачал-дам. И как волны в океане танцуют, все, и старый, и млад, все затанцевали, и все сразу же захотели тут же встретиться с Гурангой. И даже матери с новорожденными отправились в путь. И для них это было не проблемой. И нам не следует забывать одну вещь. Мы знаем из Упанишад, что мы любим друг друга, потому что из-за атмы. Мы любим друг друга в связи с атмой. И мир, он существует, держится на любви.
мать любит ребенка, пока он живой, пока дживатма внутри тела. И Бхарти Махарадж, он очень часто рассказывал эту историю, могу вам кратенько ее рассказать. В Хайдрабаде на юге Индии жила одна, жил был один богатый человек, у него была жена, они уже в возрасте были, и они были друзьями хорошими, постоянно разговаривали друг с другом, очень у них хорошая такая дружба была. И две дочери, они женились в Америке, и они там и жили, то есть и они одни старики были, одни остались дома. И, в общем, они так подумали, что они уже старые, и что нужно бы им совершить парикраму по разным святым местам. В общем, муж предложил, жена согласилась. В общем, они купили билеты. И они купили билеты, там, которые соединяли различные точки, Харидвара, Йодья и так далее. И они вот собрали свои чемоданы. И муж спрашивал, ты взяла вот это вот? Да, да, взяла. Вот это вот не забыла? Да, да. То есть они все собрали, положили все в чемоданы. И наступил день путешествия. И они отправились на железнодорожную станцию, у них был куплен билет, купе. В общем, они зашли в вагон, и мужчина, муж, он там все устроил, разложил. Вот они присели и стали сплетничать, как, ну, разговаривать, обсуждать, как все пройдет. И неожиданно муж, у него случился сердечный приступ, и он умер прямо вот в этом в поезде. И, то есть у него случился сердечный приступ, и он умер. И вот эта женщина старая, что делать? В общем, все проинформировали ответственного по поезду. В общем, поезд задержался на несколько часов. И, в общем, они вынесли тело мужа из поезда. И женщина, она расстроилась, потому что все билеты они отменили, с ним уже никуда никто не едет. И также проинформировали они всех родственников, вот что случилось. И тогда родственники, они посоветовали, ну давай отнесем его домой сначала, потому что вы же там жили. То есть все посоветовали таким образом, давай отнесем для начала тело в дом. Но жена сказала, нет, нет, не надо, напрямую в крематорий, потому что есть риск инфекции. Смотрите, смотрите, какая любовь. Бхарти Махарадж рассказывал эту историю, смеялся. Жена, старая женщина, сразу занервничала, нет, нет, не надо домой, надо напрямую в крематорий его везти, иначе там инфекции всякие. Вот это наша любовь. И в Упанишадах написано, мы строим отношения, любовь выражаем, потому что атма находится внутри. Если бы атмы не было, то никто никого бы не любил. И вот Бхарти Махарадж, он, смеясь, рассказывал эту историю. И когда кто-то смотрел на Гурангу, он чувствовал ужасное влечение. И в чем причина? Потому что он атма всех атм, душа душ. Вот это шлока. Он атма всех бесконечных атм. Кришна — это единственная опора всех живых существ. All other people, they can never get peace, absolute peace.
Только те, кто могут сконцентрироваться на лотосных стопах Гуранги, они могут найти мир, умиротворение. Все остальные люди, те, кто они не концентрируются на лотосных стопах Гуранги, они никогда не могут добиться этого умиротворения. И, в общем, все преданные стали затанцевали и двинулись по направлению к Нилачал-дамам. От Навадвипы до Нилачала около 500-600 километров. И преданные, они не с одного места. Кто-то из Бардаман, кто-то из Надии, кто-то из Шантипура. Все они собрались, предложили поклоны лотосным стопам Сачиматы. И потом они отправились в Нилачал-дам. И если вы посчитаете расстояние между Навадвипой и Нилачал-дамом, то это будет где-то больше 600 километров. И вот матери с новорожденными детьми отправились, старики, дети, все отправились по направлению к их сердцу, Гуранге. И вот по дороге много чего случилось, я об этом сейчас не буду разговаривать. И в итоге Махапрабху, ему доложили, Прабху, Навадвип Васи, они прибыли в Нилачал-дам, и Махапрабху, он сверхдуша, его не надо информировать, но тем не менее. И он сразу стал заниматься приготовлениями, организовал гирлянды, чандан, пойдемте, встретим их. Когда вайшнавы приходят, и когда вы знаете об этом, это своего рода одна из бхакти-анг. То есть, когда вайшнав приходит, мы его должны встречать, и когда он уходит, мы его должны провожать. И вот такое правило. И Махапрабху, он нас учит, как выражать почтение преданным. Махапрабху, он Верховный Господь. Тем не менее, он выполняет лилу человека простого. И вот пересекли Индрадюмна Саравар, и Махапрабху встретил всех преданных, и я вам забыл сказать, что в тот момент Нитьянанда, он не был в Нилачале, то есть он ушел в Бенгал. И вот сейчас Нитьянанда, он вернулся в Нилачал, да. То есть Махапрабху, когда ушел, начал свое путешествие по югу Индии, Нитьянанда отправился на проповедь. Он же Гурудев, Гуру Татва. И вот сейчас Нитьянанда, Адвейта, все они собрались вместе, и вот они пришли в Нилачал-даму. Кого там только не было. Большой группой пришли. Если бы вы только видели эту сцену, как они все встретились, это для меня невозможно вам рассказать, описать их встречу. Они стали обниматься, Махапрабху плакать, Махапрабху стал наносить чандан на преданных, раздавать гирлянды. И Махапрабху считал Адвейта Госвами своим гуру. Адвейта Госвами принял посвящение у Мадхавендра Пурипад. Тогда, конечно же, естественным образом он был для Махапрабху гуру. Тогда Махапрабху предложил ему поклоны и так далее. И, в общем, я сказал вам уже, что Раджа Прадапарудра, он хотел очень сильно встретиться с Махапрабху. Он даже не мог перетерпеть даже долю секунды. Когда же я, наконец, встречусь с Прабху?
И Сарвабхама объяснил ему, смотри, он саньяси, ачарья, он не может встречаться с Матаджи или с королями. С материалистами он тоже не встречается. И тогда царь, король расстроился, Раджа Пратапарудра. Как же мне с ним встретиться? Я просто потерял надежду. Он сюда явился, чтобы спасти весь мир, кроме меня. Я слышал, что он явил себя здесь, чтобы спасти всех и каждого, но... Походу, кроме меня, только меня он не спасет. И вот, в общем, король Раджа, он хотел все в подробностях узнать о Махапрабху и так далее, но напрямую он не мог с ним встретиться. Кашимишра — это гуру Раджа Пратапарудры, а Кашишвар — это другой преданный. Кашишвар, Говинда и Махапрабху — они духовные братья, ну, внешне. Какие могут быть у Махапрабху духовные братья? И Ишвара Пурипад, перед тем, как оставить тело, он сказал... Говинде и Кашишвару отправиться к Махапрабху и служить ему. И вот этот Кашишвар — это другой преданный, это вот духовный брат Махапрабху. А Кашимишра — это гуру Раджа Пратапарудры. Это его дикша-гуру. Это гуру короля Ориссы. И вот сейчас Кашимишра, Сарвабхам Бхаттачарья, Гопинат вместе с Сарвабхам Бхаттачарья, Раджа Пратапарудра, Гопинат и Кашимишра, они все поднялись на крышу здания одного, потому что король, он был очень заинтересован узнать. Им очень было интересно узнать все подробности. То есть они забрались на крышу здания одного. И оттуда Сарвабхам Бхаттачарья, он с одной стороны стоял, с другой стороны Кашимишра стояла, а король посередине. И король стал спрашивать, а кто это такой сияющий, как солнце? Это Адвайтачарья. Это Адвайтачарья, он не отличен от твоего Прабху, это Садашива. Он такой могущественный, он излучает так много сияния. И Прабху их обнимал, он танцевал с ними. И тогда Раджа Пратапарудра спросил, а это кто? А это Нитьянанда, это первая экспансия Гуранги, это Баларама. Махапрабху — это сам Кришна. То есть они объясняли все королю. Смотри, это Гуранга Махапрабху, он сам Кришна. А вот это Нитьянанда Баларам. А, Нитьянанда Баларам — это брат Гуранги. То есть таким образом они обсуждали. И... Сарвабхам Бхаттачарья, он сказал, я вот всех преданных не знаю, но Гопинатачарья, он знает, он продолжит. Я не знаю всех и каждого. Махапрабху сказал преданным, предложите ваши поклоны Сударшан Чакре. Вот прямо сейчас предложите поклоны Сударшан Чакре. Сударшан Чакра is coming, okay. Sudarshan Chakra. So you pay pranam, prostrate pranam, pranam to Sudarshan. Предложите поклоны Сударшан Чакре.
чакра, you can pay pranam. After paying pranam, после чего you can go directly to отправляйтесь на океан, принять омовение, а потом возвращайтесь для того, чтобы принять прасад. Постарайтесь понять, Махапрабху, он Кришна, он Кришна Чайтанья. И он дал такое наставление. Ocean, first page, pranam to Jagannath will, Jagannath Chakra. Он дал наставление всем преданным сначала предложить поклоны Сударшан Чакре, а потом отправиться на океан, принять омовение и вернуться для того, чтобы принять прасад сразу же. И тогда и Раджа Пратапарудра, он задумался, почему так. Обычно, когда люди приходят в даму, они, ну, им нужно побриться, и они должны все это на голодный желудок, то есть поститься они должны, потом они должны принять омовение. А Махапрабху не сказал даже зайти внутрь храма. Махапрабху не сказал, идите в храм, получите даршан, а потом совершайте омовение и так далее. Махапрабху сказал, идите на океан, приложите поклоны Сударшан Чакре и возвращайтесь на прасад. И Раджа Пратапарудра, он немного призадумался, как же так? Обычно люди, когда приходят сюда, они бреются, поддерживают чистоту, постятся, и на следующий день они потом, ну то есть после даршана Джаганатхи, они принимают прасад. И Сарвабхаум Бхаттачарья, он уже был не Майявади в данный момент. И Сарвабхаум Бхаттачарья и Гопинат Ачарья, они объяснили королю. Сарвабхаум Бхаттачарья сказал, король, ты прав. Как правило, так все и должно быть, как ты описал. То есть нужно побриться, там, поститься и так далее. Но ты, вот то, что ты говоришь, это видимарг. Но отношения преданных с Гуранга — это рага-марга. Здесь речь не идет о видимарге. У преданных такие отношения с Махапрабху. Они настолько связаны с Махапрабху. У них такие близкие любовные отношения. Они... Сарвабхаум Бхаттачарья был первоклассным брахманом. Ну, когда он был майявади, он поддерживал все правила. И как это возможно, что он развил такую веру в Махапрасад? Махапрабху дал ему прасад в свои руки, и тогда Сарвабхаум Бхаттачарья, он даже не почистив зубы, не умывшись, не приняв омовение, он принял этот прасад. Махапрабху, он показал ему форму шестируку, и Сарвабхаума, он увидел, что он Рама, что он Кришна, и он Гуранга. И когда Махапрабху дал ему Махапрасад в руки, он хотел его проверить. То есть, есть ли у него какие-то сомнения, какие-то колебания в сердце? И он хотел посмотреть, как Сарвабхаума Бхаттачарья отреагирует, то есть он захочет принять омовение или еще что-то, но он сразу принял прасад. И вот Сарвабхаума Бхаттачарья, он объяснил, это отношение Гуранги с его преданными, это Рагануга Марга. И внешне они не следуют правилам и предписаниям, и это не нужно даже. Но, тем не менее, наша Гуру Варга, она следует правилам и предписаниям для того, чтобы нас занять в виде марги, потому что мы не квалифицированы. И вот Гопананда Махарадж, он задал такой вопрос в нашей Гуру Варге, в Пурушоттам Даме.
То есть, если мы всегда читаем, говорим о Рагамарге, то почему мы следуем в виде марги? Там был Ван Гусай Мараш, Шридар Мараш, Мадава Мараш, и все они единогласно сказали, что Пури Мараш ответит. И Пури Мараш дал такой ответ: да, мы Рага Марги, по идее, но для начала нам нужно занять в себя Види Марги, иначе мы будем нарушать все правила и предписания, что не является, что не есть хорошо. То есть для начала нам нужно следовать Види Марги, и чтобы ачарьи, они нас вели за собой, и тогда одним прекрасным днем мы разовьем качество и войдем на территорию Рага Марги. Те, кто не квалифицированы, они приходят, и для начала они следуют в виде марги. И наша гуруварга, Прабхупад, Бхакти Натакур, вся гуруварга, они внешне следуют в виде марги, чтобы занять нас в служении, чтобы мы не нарушали никаких правил. Но внутри они совершают Рагануга Баджан, и они нас будут вести вплоть до Рагануга Баджан, они нас доведут. И Сарабамба Тачари, Гопина Тачари, они объяснили, это такова причина. Поэтому здесь ограничения, они не применяются, потому что отношения у преданных Махапрабху с Махапрабху, они в рамках Рагамарги. With some of his servant, it's called Uriya Parisha Patro. They call Parisha Patro. They're going to send so many prasadam. И преданные, когда они пришли из Навадвипы, они. Long distance from Navadvip, from Santipur, here, there. Было много просада, в общем, устроили, организовали много просада, и преданные, они проделали огромный путь, они были уставшие, то есть Махапрабху, он не мог на них таких смотреть, он отправил тут же на омовение, и потом он стал им сам разносить просад, раздавать просад. И тогда Сарабам Батачари и другие преданные, они попросили Махапрабху: если ты будешь раздавать просад, никто не начнет принимать его. Если только ты сам усядешься на асану, и если ты начнешь принимать просад, тогда и преданные смогут начать его принимать. Там было столько много преданных. Сарупа Гусами еще не пришел к этому моменту, он попозже придет. В общем, все принимали просад, и Махапрабху, он стал звать Харидас Такура, а Харидас Такур, он не приходил. Все не приходил и не приходил. Он в поклоне лежал на земле за пределами Гамбиры, и преданные пришли за ним позвать его. И Харидас сказал: я не могу прийти в Гамбиру. Все пришли, чтобы позвать Махапрабху, потому что Махапрабху, он настаивал. Но Харидас сказал: объясните, пожалуйста, Махапрабху, что я падшая душа, я не могу со всеми с вами там быть. То есть ничего страшного, я попозже приму просад. И, в общем, Махапрабху, он поддержал вот этот вот баланс. То есть он не стал дальше настаивать, когда он понял настроение Харидас Такура. Варнашрама Дхарма, она началась Кришной. Кришна начал ее. Кришна сказал, что я организовал все сообщество, основываясь на качестве всех и каждого. И Гуранга Махапрабху, он держал Харидаса Такуру в своем сердце. Но внешне, когда Харидас Такур отказался зайти внутрь, Махапрабху сказал: хорошо, это было своего рода
идеализм. Махапрабху дал звание Намачарья Харидас Такуру. Намачарья — это наивысший титул, который только может существовать. Харидас, он самый возвышенный преданный. Тем не менее, Харидас, он показал такого рода идеализм. «Я падшая душа». Таким образом, преданные могут научиться скромности. То есть Махапрабху, он не стал его заставлять. «О, принесите Харидаса, приведите Харидаса сюда». Нет, он сказал, хорошо, он не желает, хорошо. И когда прасад закончился, то Махапрабху, он отправил свою собственную тарелку с остатками его прасада Харидасу Такуру. И Харидас Такур, он ожидал этого, он был уверен, что Махапрабху, он понял его сердце, и он был уверен, что Махапрабху, он ему потом пошлет свои остатки пищи. И тогда это и произошло. И Харидас Такур, он получил место рядом с Гамбирой, то есть он стал там жить. Сейчас, в наши дни, там очень много всяких разных зданий, но раньше из Гамбиры можно было увидеть Сиддабакул. То есть там были только сады повсюду. И вот там место, где он жил, оно называется Сиддабакул. И это вот то место, где находится Баджан Кутир Харидаса Такура. И это вот в пешей доступности от Гамбиры. Махапрабху, он так любил Харидаса Такура. Он ему организовал местечко рядом с Гамбирой. И каждый день Махапрабху, он ходил в Джаганнат Мандир рано с утра. После чего панды из Джаганнат Мандира, они давали какой-то особенный прасад Махапрабху. Почти что каждый день. И все панды, они знали, что Махапрабху — это Верховный Господь. И после храма Махапрабху каждый день он навещал Харидаса Такуру. И какой бы прасад панды не давали бы Махапрабху, он его приносил Харидасу Такуру. Харидас, как твои дела? Мы ходим в храм, чтобы получить даршан Джаганната. А в случае Харидаса Такура, сам Джаганнат к нему приходил каждый день. Это же, то же самое произошло в случае Друвы Махараджа. Когда мы говорим о Друве Махарадже, мы подчеркиваем, что его случай, он особенный. Как было, стало возможным для Друвы Махараджа притянуть Бхагавана за такой короткий промежуток времени? Шри Кришна Акаршани Сача — это определение бхакти. То есть Бхагаван, он прям здесь был обеспокоен. Обеспокоен, ну, это своего рода... ну, Бхагаван не может беспокоиться, но тем не менее... Бхагаван отправил Нараду к Друве Махараджи. Отправься к нему, дай ему мантры. То есть случай Друвы, он очень особенный. Как правило, Бхагаван, когда являет себя кому-то, он дает свой даршан. Обычно так происходит, но в случае Друвы Махараджи это совсем наоборот. Бхагаван заинтересовался увидеть своего маленького преданного. Бхагаван сказал, Индра и другие деваты, они стали жаловаться, мы задыхаемся, нам тяжело дышать. И Бхагаван объяснил,
маленький мальчик, он контролирует воздух, задерживает дыхание, а я нахожусь внутри, а во мне находятся все браманды, бесконечные миры. Поэтому он не дышит, а вы задыхаетесь. Но тогда отправься, реши эту проблему. И написано, что Бхагаван сказал, он отправился к Удаве, к Друве Махараджу, чтобы посмотреть на него, чтобы получить его даршан. Бхагаван явился, чтобы получить даршан Друвы Махараджа. Мы хотим получить даршан Бхагавана, а Бхагаван хочет получить даршан Друвы Махараджа. И тогда Друва Махарадж, он не открыл глаз, когда Бхагаван явился. Он медитировал на Бхагавана, он смотрел на него в сердце в своем. И тогда Бхагаван, он решил исчезнуть из его сердца. И когда Друва потерял даршан Бхагавана, то есть тогда Друва Махарадж открыл глаза, что происходит. И он увидел, что тот, на кого он смотрел в своем сердце, он стоял перед ним. Тогда Друва Махарадж, он предложил поклон. И так как он был маленьким мальчиком, особого образования не было, он не смог ничего произнести. И тогда Бхагаван дотронулся ракушкой до его щеки. И тогда Друва Махарадж стал воспевать славу Бхагавана. И то же самое в случае Харидас Такура. Харидас Такур не ходил в храм Джаганатху, но сам Джаганат пешком ходил к нему, чтобы получить его даршан. Постарайтесь осознать положение Харидаса Такура. И как же он явил вот эту вот скромность, проявил свою скромность. Я мусульманин, если кто-то до меня дотронется, они осквернятся. Харидас Такур, Санатана Госвами, Рупа Госвами, они такие скромные. Харидас Такур был такой удачливый. Махапрабху приходил навещать его каждый день и постоянно давал ему Махапрасад. И Харидас Такур, он не ходил в Джаганат Мандир, Рупа Госвами туда не ходил, Санатана Госвами, они не ходили туда, они были такие скромные. У нас было много общения с мусульманами в нашей предыдущей жизни. Санатана Госвами сказал: я общался с мусульманами, мы общались с мусульманами, осквернены. В то время как они были наивысшими браманами, они родом из Южной Индии. Рупа Санатана, их семья, она родом из Южной Индии, Майсур. Тем не менее, они проявили вот такую скромность. Махапрабху, он сам Верховный Господь, но также и он проявил скромность. И по желанию Махапрабху, Раджа Пратапарудра, он помог всем преданным расположиться в разных местах. То есть помог все организовать там, чтобы вода у всех была, просад там и так далее. Это все произошло по желанию Махапрабху, и Раджа Пратапарудра, он помог с этой организацией. Когда преданные, они пришли из Бенгалии, они принесли с собой различные приготовления. Рагав — это преданные из Панихати. Рагав и Дамаянти — это его сестра. Что они столько много всего приготовили, что нужна была целая машина, чтобы это все увезти. Целый год Дамаянти и Рагава, они готовили всякие приготовления,
сухие, например, там из имбиря, потому что Махапрабху, не дай Бог, там у него проблемы какие-то будут там с желудком. То есть они не думали о Бхагаване как о Верховном Господе. То есть они там изготовили приготовление из имбиря. Всякие вот эти вот разные приготовления из семян горчицы. Они думали, считали, что Гуранга, они приняли Гурангу за свое сердце. То есть они не следовали Видимарге, они следовали Рагамарге, у них были очень теплые отношения. Шивананда Сен, Варкирешвар Пандит, все преданные, они что-то, кто-то что-то принес, ну то есть все они несли что-то Махапрабху. Года назад каким-то образом мне удалось пожить в Гамбире, Мандире. Никто не разрешает в Гамбире гаудиям останавливаться. И там был один мужчина, и он был сыном министра с юга Индии. И у него были отношения там с Гамбирой, Мандиром, ну, с теми, с обитателями. И он со мной тоже развил отношения дружеские. И он мне сказал, остановись в Гамбире. И я ответила, но меня они не позволят, я же из Гаудия-Матхи. И он тогда сказал, ну, иди со мной. И он сказал ответственному по Гамбире, вот это мой друг. И я вот там остановился на 2 или 3 дня. И я почувствовал вот этот вот вкус, ну, пребывания там. Я был очень, получил большую удачу. То есть Махапрабху, он жил в Гамбире. И я вам даже сейчас не говорю о других преданных, только то, что приносил Рагав Пандит и Дамаянти, это, на это нужно, для этого нужна целая машина. Сейчас это все нужно везти на поезде, но до этого они все на себе несли. Вы можете себе это представить? Можете представить, какая любовь к Махапрабху? 600 километров, представляете? От Навадвипы до Нилачал-дама 650, может быть, даже 700 километров. Я не знаю точно, сколько километров. И они все это несли на себе, каждый из них. Они брали корзинку на голову и шли. Харе Кришна. И Гуранга — это их сердце. И они двигались как будто во сне. И они доходили до Гамбиры Мандира, и они оставляли там все вот эти вот подарки. Это вот называется любовь. Сколько у Яшоды Ма любви к Кришне. Это не шутки, это не какой-то спектакль. Яшода Ма, какой она обладает любовью. И сердце Кришны не отлично от сердца Яшоды. Если что-то случится с Кришной, Яшода-ма может умереть. То есть такие отношения мы можем также найти в играх Гуранги Махапрабху, Адвайта Госвами, Шринаваса Ачарья, Джагадананда Пандит. Я уже вам рассказала, столько можно... Настолько много вещей, какие теплые, какие близкие отношения. И это невозможно описать за короткий промежуток времени. В общем, Махапрабху, он принимал вот эти вот все подарки преданных. Они ему столько много всего привозили, приносили с собой. И Махапрабху это все принимал целый год. Написано, что Говинда ему приносил что-то из корзинки и говорил, вот это вот тебе от Дамаянтима, а вот это тебе от Рагава, а это от Малинима. То есть Говинда, он запоминал, кто что принес.
И когда он это предлагал Махапрабху, он говорил имена, называл имена. И в большинстве случаев преданные приглашали Махапрабху на прасад. Но иногда Махапрабху, он принимал прасад в Гамбире. То есть Говинда готовил. Но Махапрабху, ему было очень сложно, ну то есть не побывать у кого-то на прасаде. То есть кто-то его приглашал, а он отвечал: «Нет, я уже, меня пригласили, я не могу». И Сарвабхаума пригласил его однажды на целый месяц принимать прасад. И Махапрабху ответил: «Но ты мне приглашаешь с любовью, но я же саньяси, как я могу целый месяц к тебе ходить? Давай 5 дней только». И тогда Сарвабхаума, он начинал спорить: «Нет, нет, целый месяц». Такая любовь. Прочитав и послушав об этих играх, вы можете что-то понять, осознать. Но когда Гуранга поселится в вашем сердце, тогда только вы осознаете, какого рода эта любовь. То есть когда вы будете Харинаму воспевать, когда Гуранга поселится в вашем сердце. И завтра мы обсудим, как Сарупа Госвами пришел в Нилачалдам. И описать отношения, любовные отношения Махапрабху с его преданными, их невозможно описать. И завтра я объясню эту шлоку. Мне нужно отправляться на Харикатху на Бенгале. Извините. Чайтанна чанда чаране курута анурагам ванчакалпа дурасикхи басиндаме патитанам паване бхавишна джунам.